Упражнение называется «Румынская тяга». Исходное положение: штанга в руках стоя. Стопы параллельно. Мы выполняем наклон со штангой вниз. При этом удерживаем поясничный прогиб. Слегка сгибаем ноги в коленях. Основные моменты мы пытаемся оттягивать таз назад и чувствовать натяжение в ягодичных мышцах и в мышцах заднего бедра. Лопатки у нас сведены, плечи не подаются вперед. Выдох мы делаем на усилие. Выдох у нас осуществляется при подъеме штанги вверх. Также вверху мы не выпрямляем полностью колени, чтобы нагрузка была постоянной. Достаточно.